Сборная России выиграла смешанную эстафету в рамках второго этапа Кубка IBU по биатлону, который проходит в Арборе. Карим Халили, Даниил Серохвостов, Анастасия Гореева и Валерия Васнецова опередили ближайших преследователей из сборной Франции на 40,3 секунды. И это несмотря на то, что Васнецова зашла на штрафной круг. Благодаря ее скорости сборная не потеряла лидирующую позицию. Бронзовыми призерами стали норвежцы, которые забежали на два штрафных круга и отстали от победителя на 1 минуту и 6 секунд. Отметим, что после мужских этапов россияне шли третьими и отставали от французов на 10 секунд. Но после третьего этапа, на котором бежала Гореева, россияне уже выигрывали 54 секунды. Напомним, что сегодня также состоялся сингл-микст, в котором сборная России заняла лишь 8 место. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До скорых встреч!